Друзья, всем большой привет! Сегодня зашла в магазин Fix Price, и знаете, хорошо, что не пошла перед этим в какой-либо другой магазин, потому что в Fix Price я купила все, что мне было нужно, по достаточно низким ценам. Радует то, что цены в Fix Price в новом 2023 году не взлетели, как в других магазинах. Кое-что, по-моему, в новом году даже дешевле стало. Сейчас покажу, что и по каким ценам я купила, а после этого покажу остальные товары и цены на них в магазине Fix Price. Насколько я знаю, цены в этом магазине во всех городах практически одинаковые, но единственное, быть может, немного отличается ассортимент. Итак, все по порядку. Купила спагетти Барилла из твердых сортов пшеницы. В Фикс Прайсе стоит 79 рублей. На 20 рублей дешевле, чем в магазине Пятерочка. Пакеты для мусора на 60 литров. Здесь 15 штук. Стоят они 59 рублей. Всегда их покупаю. Очень прочные. Е-кондиционер для белья. Здесь литр 400. Очень понравился мне аромат. Стоит такая бутылка 149 рублей. Чистящий порошок Пемолюкс, морской бриз. Цена 68 рублей. Примерно рублей на 25 дешевле, чем в других магазинах. Средство для чистки стекол. Здесь 750 мл. Цена 79 рублей. Я им уже неоднократно пользовалась. Мне нравится. Средство для стирки белья Персил Колор Гель. Здесь 910 мл. Стоит эта бутылка 299 рублей. Взяла попробовать вот такое средство для мытья посуды за 99 рублей. Называется Мара. Здесь 400 мл. Оно достаточно густое. И у него нет такой интенсивной отдушки. Конечно же, губки для мытья посуды. Я их очень часто меняю. Здесь 6 штук в упаковке. Стоит упаковка 55 рублей. Люблю готовить. Иногда снимаю рецепты. Для этих целей купила силиконизированный пергамент. Здесь 6 метров и в ширину 38 сантиметров. Стоит такая упаковка 99 рублей. Очень нужная вещь на кухне. Ну и уже стоя на кассе, прихватила себе вот такую 70-граммовую упаковочку сушеного манго за 79 рублей. За 5 рублей 50 копеек купила пакет майку. Итого вся эта красота мне обошлась в 1070 рублей 50 копеек. Ну что, друзья, это мои покупки. А теперь небольшой обзор других товаров и цен в магазине Fix Price.
Пока-пока.